Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 6, упражнение номер 2. На столе 8 вилок, а ложек на одну больше. Поставь вопрос и реши задачу. Давайте сначала разберемся с условием задачи. Нам известно, что на столе 8 вилок, а ложек неизвестно сколько, но известно, что на одну больше. Теперь давайте зададим вопрос. Мы можем узнать, сколько на столе ложек. Итак, вилок 8, а ложек на одну больше. Чтобы узнать, сколько ложек, должны к 8 прибавить 1. Это получится 9. 9 ложек на столе. У нас стоял вопрос, сколько на столе ложек? Мы дали ответ на этот вопрос. 9 ложек на столе. Записываем с большой буквы слово «ответ», ставим две точки и пишем 9 ложек. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.